посижать барды, старый диван. Пустой взгляд направлен в телеэкран. Белоснежной улыбкой диктор приветствует паству, начиная сеанс адаптации к рабству. Льется грязь в поток, наполняя сосуды голов. Живых слов, каши кадров, обмана. И мы жадно глотаем все то, чем нас кормят с экрана. Делаю я эти незамысловатые упражнения. Подходит ко мне мужчина лет 50. Говорит: слушай, блин, как ты догадался до такого? Ведь ничего же, говорит, не надо. Ни гири, ни гантели. Взял камень и тренируйся. Попробовал, покидал при мне. Потом отошел в сторонку, взял свой камень, возможно, потяжелее, и начал делать, и был просто счастлив. Поэтому, друзья, выходите на улицу тренироваться, ведь это есть реклама здорового образа жизни. Вас увидят дети, например, будут делать так же. Будьте здоровы!